квартирах 14 ветеранов Великой Отечественной войны за счет города сделали косметический ремонт. На него в этом году из бюджета Северодвинска выделили более 500 000 рублей. Ветеранам клеят обои, красят потолки и вставляют окна. 9 квартир уже сданы. В день пожилого человека в квартире ветерана Великой Отечественной войны Вениамина Тимофеевича начали делать ремонт. 89-летний северодвинец заехал в четырехкомнатную в 86-м году. Живет с сыном и внуком. Ремонт делали только в 2000 году. Сегодня косметический ремонт ему делают за счет города. Вениамин Тимофеевич – один из 14 ветеранов, участвующих в муниципальной программе соцподдержки. Я обращался года два тому назад. Но я отказывался два раза уже. Жена болела, из-за этого я и отказывался от ремонта. Вот она померла, вот в ноябре будет 2 года, как она померла. Ну вот я опять обратился в мэрию. Сейчас производим работы по адресу Ломоносова, 104. Ветерана. Здесь у нас получается общий косметический ремонт. Должны провести косметику, покрасить потолок, сменить обои в 2 комнатах, а также покрасить кухню и потолок на кухне. Ремонт в его квартире выполнят в течение недели. Общая сумма работ – 57 тысяч рублей. В этом году 9 квартир уже сданы ветеранам, 5 находятся в стадии ремонта. Из городского бюджета для ветеранов выделено больше 500 000 рублей. Наиболее активные работы по ремонту квартир ветеранам Великой Отечественной войны у нас ведутся с 2009 года. В период с 2009 по 2014 год выполнен ремонт 86 квартир на сумму более 3 миллионов. А на этот год запланировано у нас 14 квартир. В 2016 году на ремонты квартир ветеранов за счет города в бюджете запланировано 600 тысяч рублей. Они проводятся при наличии заявлений от ветеранов войны или их представителей в администрацию Северодвинска или в городской совет ветеранов войны и труда. Ремонты проводятся не чаще 1 раза в 5 лет. За подробной информацией можно обращаться по телефону 56 63 55. Ксения Кабанова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.